Друзья, а? Возродила. Хотите музычки? BTS? А если не BTS, тоже будем кричать? Нет, мы... Вот вчера я это говорил, и сегодня повторюсь. Вот артистов нужно поддерживать. Неважно, будет это из Вьетнама артист, откуда угодно. Если артист вышел на сцену, он для вас старается. Нужно его поддерживать. Друзья! А выступят сейчас особенные люди для вас. Они организаторы сегодняшнего фестиваля. Да, организаторы. Рус-Корея и China Max. Sorry. China Max и Рус-Корея. Давайте поаплодируем организаторам. Вот дай бог мне дикции и памяти, друзья. Представляю вам певца Фан Цзяньцин. Правильно? Да, давайте поаплодируем, приглашаем, идемте к нам. Да, вот замечательный человек. И второй представитель, который нас порадует своим вокалом, это Ян Хио. Давайте поаплодируем, друзья. Ну, они нас порадуют своими голосами. Пожалуйста, можно. Yeah.
Да, да, у вас просто. Вам аплодисменты, друзья, давайте вам аплодируем. Да, да, да. У нас был шоу «Голос», и большинство людей повернулись к вам. Именно поэтому вы остаетесь с нами, и мы очень хотим, вы когда вместе пели дуэтом, да, многие таяли. Я чуть-чуть растаял, я думаю, да растаю я окончательно, пусть человек споет еще раз, да? Друзья, давайте поаплодируем. И слушаем. Oh,
овации, друзья. Позвольте, можно микрофон? Микрофон, так. Нет, все-таки талант. Я думал, в микрофоне дело, попробовал. Нет, талант, друзья. Дайте вашу овацию еще раз. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья.